Алустер, на связи Ломбарде. Когда-то в нашей жизни появился маленький белый пернатый друг. А вы когда-нибудь задумывались, чем он занимается? Как он живет? И вообще, откуда он? До записи данного видео я подумал, а почему бы не проследить, что он будет делать после съемки нашего видео? И вы не поверите, я нашел то, чем он занимается. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео за такую находку. И погнали, посмотрим, что он делает вне Counter-Strike. Не понял. Генри! Так, стоп. А ты чё такой большой? А звук-то ножек, такой же. Чтобы двигаться дважды, щелкайте, чтобы бежать. А, ты все еще бегаешь за моей мышкой. О, пасхалочка? Ты чё крикливый такой? Он разговаривает. Возможно, он хочет что-то нам сказать? Пожалуйста, поставь лайк на этот видос. 50 лайков, и будет продолжение меня. Спасибо. Можно использовать клюв. Лё, а ты чё можешь? А чё-то ещё можно взять? Велосипед. Я звонить могу. Мяч. Класс. Вот она, какая жизнь-то. Гусины. Так, чё, куда мне нужно идти вообще? Генри, рассказывай, ты здесь живешь. Открылась дверь какая-то. Ну, пойдемте, так сказать, изведуем. Держите X, чтобы хлопать крыльями. А зачем? Нифига, вот это я истребитель. Ля, вот это я красавец, конечно. Как всегда, наш Генри мышка-жуй. Давай, рассказывай, чем ты тут занимаешься вообще? О, бутер. Я взял яблоко! Бежим! Он здесь должен лежать, здесь кто-то должен кушать. Тихо. Крадемся. Незаметно. Меня не видно. Я иду. Нажмите Tab, чтобы увидеть список дел. Ой, так я деловой. Дело. Попасть в сад. Намочить садовника? Зачем? Украсть ключи садовника. Ах, я какой шалунишка. А может, вот это тоже туда надо? Все на пикничок. Пикничок, чтобы ты заплакала. Пикничок для всех одинаковый. Если бутер с пола, ничего страшного? Я думаю, не страшно. Правильно же? Ловите. Я помощник. Просто. О, это садовник. А зачем мне лопата? Пойдемте пока. О! Офигеть, я музыкальный. Все, оставайся здесь, работай. А, я музыку переключаю. О, он пришел. Ты че? Ты недоволен был. Попасть в сад. Минус. Лё, а садовник-то вообще сейчас удивлен будет. У него тыква уходит. Там что-то позвенело. Что-то звенит. Я надеюсь, это не за мной выехали. Я забагался немножко. Садовник, Пётр! Я сюда. А чё? Закроешь, что ли? Я взял! Украсть ключи у садовника! Бежим! Я в воде. В белом танце кружимся, ага. Значит, мы с тобой подружимся, ага. Баганый! Садовник! Давай. Открывай хату. Хорошо. О! Я скрыли. А что, нельзя зайти будет? Стой, он еще раз откроет? Тихо. Сейчас еще раз откроет. А, я себя заточил. Что делать теперь? А он сможет выйти, если у меня будут здесь пакеты стоять? Вот я шкодник, конечно. Опа, что делать будешь? Опа. А, не, откроешь. Ладно, откроешь, извини. Я побежал. Побежали. Ай-яй-яй-яй. Понял? Давай, там, это, ты, понял? Давай, закрывай. Точнее, что? А не откроешь, я тут. Понял? Сейчас морковку тут всю съем. Оп, вот так. Смотри. Опа, морковку взял. Как достать соседа, называется игра. Гусем. Я цветочек взял. Ты потерял цветочек свой? Я не знаю, где он. Не знаю. Не-а. Тихо. Да. Че ты, опихается? Бежим. Бежим. Оп. Ай-яй-яй. Опять спалился. Он еще не понял, с кем имеет дело. Откройте дверь, пожалуйста. А дверь? Откроет кто-нибудь? О! А вот это я его... А?
А там же ключи с той стороны. А как он возьмет их? Ключи, смотри. Ключи с той стороны, братан. О, а что делать? А где ключи? А как? Я у него ботинок взял немного. Есть одно но. С той стороны ключи, а мне нужно выйти отсюда. Давайте я просто буду помогать. А ты же не будешь против, если я тебе буду помогать? Я тебя уже заколебал. А как отсюда выйти теперь? Мы, походу, сделали себе ловушку невыходимую. Пишите в комментариях, что можно сделать гусю, чтобы отсюда выйти. Непонятно вообще. Люто. Че, не открывать? Да. Бам. Гуси. Быстрые. Ускорим. У нас так-то глобал в CSGO, если что, не забывайте. А знаете, что надо сделать? Надо ключики спрятать, чтобы дверь осталась открытой навсегда. Где садовник? Я быстрее пули. Пуля быстрее, чем я. Давай! Открывай крылья! А я в воде, брат. А что ты будешь делать? Оп! О! Он все равно это делает! А ты чего? А почему ты Погнали! За мной! А через мост? Свобо? Все, сломался. Короче, выкину здесь их, чтобы больше не было вопросов. Давай, братан, я пошел пока. Ты тут разбирайся со своими этими движениями. Просто будем делать вид, что нам ничего здесь не надо. Мы просто наблюдаем. А на самом деле... Возьмем повидло и побежим. Повидло. Я же в море сейчас опять. Я же в море убегу. Я в море убегу. Извините, не успел. Отдай, пожалуйста. Ты что, за повидло готов вообще отдаться, что ли? Отдай. Опа, 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 опа. Оп, а повидло в воде. О, ключи нашел! О, ключи нашел. А я повидло. Давай, ты пока туда бежишь, я здесь уже. Вот это я обманщик 2011. Тихо, он какие-то повороты делает. Оп, а кому я пикничок делаю? Такой сладенький. Интересно, что за царские эти люди там? Отворачивайся. Я понес. Я понес. Ладно. Все. Да не обижайся на меня. А ключи поважнее будут, чем грабельки, да? Ну, сейчас я тебя уведу в северный лес. Давай, беги за мной. Качай свою бицуху попную. Все. Давай, пока. У тебя ключики есть, если что? Там договоримся. Я вот сюда его утащу. Грабельки. Аккуратненько. И вот здесь их пронесу. А, и вот это я... Этот, как его? Том Райдер, Том Клэнси, Том и Джерри. Том и Джерри. Да. Пусть плавают. Они же там должны находиться, правильно? Мои гусиное чутье подсказывает мне. Заставить садовника надеть шляпу от солнца. А так я почти уже все сделал. Блин, вот это я по... Ой. Че? А я ничего. А я просто здесь летал. Видел? Вот с этой крышки. Еху, этот полет. Вот это я вообще, конечно. Тут еще гусь наглый. Наглец, подлец. И термос у меня есть, если что. Кому нужен термос, звоните, я перепродам. 20 рублей в час. А, я потом его и приглашу покушать, да? Типа, смотри, какой я молодец. Палка мне не нужна. Мне нужна тыква. Ой, все. Да я понял. Да извини. Летаю тут. Смотри, какой я. Симпатяшка. Легким обходным путем уносим тыкву. Вот это мы даем, Генри. Вот это ты даешь, конечно, блин. Тут тебе не Counter-Strike. Тут что-то интересней. Фига я попкой двигаю классно. Липси-хай. Ой, ну тыкву потерял. Обидно. Нужно просто гагатать. Смотрите, я гагачу. Гагат. Что ты? Все, ты там в ботинках завис. Надень. Шляпу надень. Сам свои ботинки раскидал. Так, как тебе заставить надеть шляпу? Так, ты взял один ботинок. Взял второй. Поставил на место, хорошо. Да, возьми ты шляпу! Пожалуйста. Почему? Ну, мне кажется, что нужно сделать вот так. О! Да, надевай шляпу! Забирай! Ну как? А как надеть на тебе ее? Ну ладно. Опа, сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет. Опа, побежали! Побежали! Опа! А? Стой! А почему ты пошел забирать ее? Возьми эту, пожалуйста. Возвращайся.
Я жду тебя. Мой любимый садовник. Ща будет. Дубль 2. Сейчас тебе покажу, кто здесь настоящий гусь. Ты или я? Ты или я? Ты или я? Ты или я? Илья! 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 Да я не Илья. Да, конечно. Я уплыву куда-нибудь сейчас. В канализацию выкину. Опа. В канализации. А все, чёрт. Надень шляпу, плиз. Ой, какой молодец. О, новый пункт. Заставить садовнику ударить себя молотком по пальцу. За что меня бить вообще? Я добрый. О, он взял молоток. Ой, в смысле? Ай, а как? Не бей! Ноу! А я? А я... Бей меня! Пожалуйста. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Мне кажется, нет. Музыка нас связала. Ну, из-за музыки ты точно за мной не... О, а, я выключил. Понял. Из-за водички ему стало плохо. Не думал, что все так логично тут. Я устроил пикничок. Чем еще могу помочь? А, может, гакнуть надо вовремя. Туда его! Туда! Та-та-та! Угораю! О! А я не хотел. Ты че упал? Вставай, брат. Ладно, я возьму табличку, брат, и пойду. Не против? Давай. Гусям здесь место. Мне не нравится она. Гусям, гуси это хорошо. Футбольчик. Если вам понравилось, как я выполняю, так сказать, повседневные будни данного вот этого объекта гусиного. Ой. Тихо, не надо на меня так смотреть. То обязательно поставь лайк этому видосу, и я сделаю следующую часть, как я достаю. А почему достаю? Провожу обычный свой повседневный день. 50 лайков и новую часть я обязательно сделаю. Все полезные ссылки для тебя в описании. Дискорд, Steam сообщество, обязательно подписывайся и оставляй свой комментарий под видео. Ну и, как говорится, дальше. Больше.